Всем привет, друзья! Дичку, здорово всем, друзья! Привет, привет! На каком вы канале? Baby Go! Baby Go! Друзья, и сегодня у нас творчество. У нас сегодня урок рисования для детей. Мы будем учиться рисовать на фольге методом продавливания. Это нестандартная техника рисования, и получаются оригинальные металлические панно. Благодаря таким вот упражнениям ребенок познает свойства нового материала для творчества, а именно металлической фольги. Дениска, и еще ты поймешь, знаешь что? Что без красок тоже интересно рисовать. Это нам поможет разрушить стереотипы и откроет воображение новую грань. Попробуем порисовать на фольге сегодня день? Да. Да. Итак, что нам понадобится с тобой? Нам понадобится карандаш простой. Нам понадобится картон, клеевой пистолет, ну и самое главное, это фольга. Кто тебе будет помогать рисовать, Кеша или Тучка? Тучка. Тучка. Ну все, Кеша подает отдыхать. Пока, друзья. А рисовать будет с тобой Тучка. Ну что, поехали? Какой рисунок будем рисовать? Это. Какой этот? Ну давай, первый шаг сделаем. Нам надо на картоне нарисовать какой-нибудь рисунок. Давай предложим. Может, сову нарисуем? Нет. А давай мишку нарисуем. Мишку. Да, давайте вместе с Тучкой попробуйте на картоне нарисовать мишку. Давай. Давай, пробуйте. Кешу давай. Кешу. Тучка рисует Кешу. Давайте. Так. Еще, помнишь, у Кеши, смотри, коготочки. Покажи нам всем, где у него коготочки. Вот они, да? И вот они. А это у Тучки коготочки, да. У Тучки. У Тучки. Дени, помнишь самое главное, что у Тучки и у Кеши разные наряды, да? Разные наряды у Кеши и у Тучки. С ромбиками у него здесь такие, точнее квадратики или ромбики. А вот здесь? А здесь тоже ромбики, но они в виде, видишь, солнышко что ли, а тут у нас ромбики в виде окошек в доме. Надо. Давайте опустим процесс рисования дальше на картоне. Дальше мы все будем обводить. Денис совместно с Тучкой нарисовал такого замечательного Кешу. Вот. И, соответственно, дальше что, День? Дальше мы будем обводить клеевым пистолетом по контуру, да? Ну что, берем клеевой пистолет в руки и начинаем проклеивать по контуру, да? Давай, будем по контуру обводить мишку. Так. Здорово. Тучка участвует? Тучка контролирует процесс, да, День? Чтобы все было нормально. Все ли нормально? Проверяем, да? Друзья, все нормально, пока. Продолжаем рисовать. Все, дальше мы пропустим этот момент и вернемся уже к моменту, когда мы оборачиваем фольгой по высохшему клею картон наш. Ну что, друзья, мы закончили обводить клеевым пистолетом контур нашего рисунка. Сейчас мы будем наносить фольгу на картон, а дальше каким-нибудь топовым предметом обводить рисунок. Давай. Давай. Пойдем на картон. Готовы. Ну вот, сейчас надо хорошенько плотно натянуть его, обернуть. Помоги маме, давай, заворачивай фольгу. Заворачивай. Пойдем. Хорошенечко-хорошенечко надо завернуть. Так, отлично. Так, все, у нас готова закладочка. Поехали. Ну что, берем тупой предмет и начинаем обводить. Поехали. Что же у нас получится, интересно? Ничего не получится. Ничего не получится? Не, Динчик, ты острой стороной, ты так порвешь фольгу. А надо обводить тупой. У нас уже контур начинает вырисовываться. Смотрите, друзья. Вырисовывается контур нашего медведя, да? Ну, мы сейчас этот момент немножко пропустим. Вы поняли основную идею, то, что надо тупым предметом, можно другой стороной карандаша, обводить по фольге наш рисунок. Ну что, у нас получился контур. Видите, в принципе, вполне классное получилось панно. Теперь можно, например, какие-нибудь узоры рисовать. То есть, если мы начнем сейчас рисовать тупым предметом крестики, то у нас, допустим, пузико будет в крестиках.
Друзья, и на самом деле, если фольгу получше разгладить, получается замечательный рисунок. Такое классное панно. Я думаю, что это будет прекрасный детский подарок для бабушек, дедушек, который сделан своими руками. И Дениска с нами согласен? И Кеш с Тучкой согласны? Да! Друзья, вот такой сегодня был развивающий ролик. У нас было творчество, мы делали панно из фольги. Ну а сейчас мы ненадолго прощаемся, ставьте нам пальчики вверх. Как пальчики вверх, Дени? До новых встреч, друзья! Пока-пока! Пока-пока! И подписывайтесь, конечно же!